Я бы очень радовался, если была бы национальная идея, допустим, сделать максимально удивительную жизнь, достойную просто восхваления, просто материального благополучия ветеранов войны хотя бы. Безусловно, нужна национальная идея, безусловно. Если раньше были какие-то ориентиры, пусть они были пафосные, пусть они были ложные, но они объединяли нацию, то в ельцинские времена, в 90-е, мы потеряли все, что только можно и нельзя. И сейчас пытаемся ее найти. На мой взгляд, это прежде всего сильная страна, сильное государство и сплоченный народ. Один кричит «я патриот» и готов убивать всех вокруг, а другой кричит «я патриот» и созидает что-то. Русский народ сейчас находится в ситуации глубочайшего психологического кризиса. И вот для того, чтобы он оттуда вышел, надо не помочь русскому народу, а наоборот, сделать так, чтобы к нему обратиться с просьбой о помощи. Мир гниет и погибает. Ты не можешь выдумать конечный результат, ты должен делать некие пути, да, которые так или иначе создадут вот эту идеологию и появится национальная идея. Европа гибнет, а мы должны спасти европейскую цивилизацию. Мы должны сделать все для того, чтобы Россия выполнила бы свою миссию спасительницы мира и объединительницы всего этого мира в единую семью. Булгаков «Собачьим сердцем» о многом написал.